Добрый день, дорогие друзья! Сегодня поговорим про гарнитуру, как ни странно, Bose Mobile On-Ear Headset. В общем, что мы знаем про Bose? Это такая марка, достаточно известная, достаточно хорошая, прежде всего, моделью Quiet Comfort. Там она есть под разными номерами, ну, в общем, вы меня поняли. Как правило, стоит устройство данной фирмы достаточно много. Вот поэтому сразу хочу сказать, что рассматриваемая вещь обойдется вам, если захотите купить где-то, наверное, порядка 8-9 тысяч рублей. Как здорово делать видеообзоры, когда не трогаешь вообще ничего, сидишь себе и говоришь всякое, но я в данный момент занимаюсь очень важным делом, протираю iPad. В общем, уже я закончил, поэтому давайте перейдем к наушникам. Ну, собственно, вот так вот они выглядят, поставляются в большой коробке. Модель можно сложить. Сложить ее можно вот... Вот сложить ее, в общем, можно. Получается вот такая вот штука. Есть чехол. Чехол я вам сейчас покажу. Чехол выглядит вот так. Не сказать, что здесь какая-то роскошь. Кожа, рожа. Ничего тут такого нет. Обычная ткань. Кабель съемный. Вот. Это очень удобно в случае чего. Можно поменять всегда. Но на этом кабеле есть кнопка многофункциональная, есть микрофон для того, чтобы управлять воспроизведением на вашем телефоне или на вашем, соответственно, ноутбуке или еще на чем-нибудь, на iPad. Так, давайте мы сейчас будем слушать. Там-там-там-там-там-там. Угу. Жалко, что нет регулировки громкости, есть только вот многофункциональный вот этот блок управления. Стоп, вернее, пауза, плей, опять пауза. Переход вперед. Наушников, кстати, очень хорошее качество звука. Должен отметить. И в паре вот с этой вот штукой. И в паре с телефоном, и в паре с ноутбуком. Тут даже придраться не к чему. Больше всего мне понравилось ее использовать, как ни странно, с замечательной программой Radio Box. Это, соответственно, у нас интернет-радио. Идет оно на iPhone 3GS прекрасно. Потом... Что касается конструкции. Ну, в общем, можно видеть, что... Здесь попытались вроде как сделать что-то, но мне кажется, по дизайну и конструкции обращать внимание особо здесь не на что. То есть есть модели гораздо интереснее. Потом смущает меня немножко вот эти вот пластиковые шарниры. Со временем может случиться с ними все что угодно. Вот он, соответственно, вот так вот крутится и вот так вот. Подушки. Действительно, вот кроме как подушки никак не назовешь, мягкие, удобные, хорошо прилегают к ушам. Здесь, соответственно, тоже отделка кожей, но с внутренней стороны это почему-то ткань. А что еще сказать? Ну, как можно заметить, вот в некоторых местах, вот допустим здесь почему-то, ну как-то, в общем, странно вот это сделана вкладка, то что огромные щели, туда попадает пыль. Табачные крошки, махорка, еще что-то, хлебушек и так далее. В комплекте, кроме наушников и чехла, есть также
Есть также, кстати, бред полный, то что поставляются они в таком, соответственно, блистере, и его надо отстригать, чтобы открыть. Есть еще, значит, три адаптера вот таких, 2,5 миллиметра для подключения к различной технике. Вот так вот они выглядят. Ну что, они одинаковые. На всякий случай, ну, как говорится, пригодится. Напомню, что стоит эта штука порядка 8000 рублей в России, $180 США. А я бы порекомендовал покупать ее или присмотреться, вернее, тем, кто часто бывает в поездках, в перелетах в дальних. А достаточно удобно использовать ее именно в течение долгого времени. То есть, когда вы там час-два смотрите фильм какой-нибудь, вот чем я занимаюсь постоянно с их помощью, и не возникает усталости, там, ну, банально не потеют уши. Вот мне кажется, что в этом плане вот очень хорошо. Для использования в городе, ну, модель здоровая. То есть ходить с ней по улицам, в города или в леса, мне кажется, не очень интересно. Для домашнего использования, для командировочных. Да, вот это да. Что еще вам добавить даже? Ну, не знаю. Если сможете, если вы не захотите купить, то лучше, конечно, смотреть в США, потому что в России цена, к сожалению, невероятная. Вот, но в целом хорошая штука, мне понравилась.